Стесан, блядь. Ну, короче, блядь. Явление рейд. Ребят, давайте не усложняем. А почему у нас нового лока нет у инста? Да я, блядь, не ебу вообще, охуели. Я сказал, у меня ХС, когда я в Штормграде стою. А там, может, темный портал, от него надо полететь. Я так и делаю. Прикинь. Чё сразу тогда не сказали мне так сделать? Лентяй. Четыре раза сказал, что у меня ХС, когда сказали через портал. Помяни, блядь. Прекрасно. Чё там, жесткий рейд чешу? Нет, там ПВЕ. Ну так лети, посмотришь. Это три вагона ПВЕ. Они ПВЕшники, просто а, они. Они просто рейд. Сколько дореза у вас? Сколько дореза? Сейчас я Старфол дам. 30 секунд. Подождите, ждем тогда. Где эти петухи? Прямо у входа. Вот тут один петух. Пачка, просто все этих холмах сидят. В зону 52 сумп прилетели, по ТУП что ли все прилетели. Да я лечу уже. Да тут хил нужен ему, блядь, но покосим, они прям очень мягкие. Такие же мягкие, как попка Гудлика. Могу встать. Попка Гудлика мягкая, как пирожка. Так, а че, стоматолога не будет, что ли? Он опоздает. Минут 10-15, там фигня. Бля, подожди минут 10-15. Можно час подождать. Админы не подождут, заходи на его кал во второй раз. Конечно, да нет у меня его вара. Поменял он пароль. Поменял, да? Блядь, я тоже поменял сразу. Он же под меня, его менял специально. Нифига, он конструировал. Вы не доверяете друг другу, да, значит? И какой он пароль сделал? Рокси самый крутой? Ты все равно что с ним нихуя не сделаешь. Но. Ну, может, он просто свой пароль не хотел пролететь. Я не знаю, я бы тоже поменял. Я нет, я тебе давал, а он не менял мне так. Давайте раз. У тебя пароль пиздец, 1, 2, 3, 4, 5. Вот это пароль. Вот это пароль, блядь. Ну да, и чё, а чё мне с аккаунтом сделать? Не знаю. А ты все ренегаты нажали ТП в зону Б-52 и полетели. Ножку. Давайте. Прямо сейчас. Давайте. Да вы в инст зайдите, я шкаф поставлю уже, в инсте сижу. В каком ты инсте? Убивать людей-то будем? Добрый вечер. Здорово. Это же магики, думаю, вы где, мужики? Че, мы драться будем? А туда оттуда не выйдешь, там надо пачкаться, выходить. Ну вот Эллер уже тут убивает кого-то. А, все, уже не убивает. Сейчас Эллер убивает. Гудлику ГП да. Дайте, пожалуйста. Он до сих пор. А ты че, Олег, ты же не смог сегодня? Да я, видишь, смог. Да я сегодня приехал, там остался уборщица и директор. Типа, ну заебись, типа пятница, все такие говорят, да, у нас, видимо, уже работы нету. Поехали-ка мы домой. А ну правильно. Ребят, привет. Слышно? Здорово, да. Заходи давай. Алло, собрались? Да. Алло. Заходи. Да, я подъезжаю к подъезду. Сейчас приду через 10 минут. Да, нормально, давай. А мы уже думали, как взломать тебя. Что, заходите, начните бить босса, мы поможем. Давайте, все в инст. А, лок есть в инсте? Да нету, блядь, лока в инсте. Он на магике всех сломает. Хули поделать. Тут рейд орды убивает, пока я нахуй. Че, администрация уже здесь, да? Мобов убили? Да, мобов. Ну, они же, они, да. Да пусть всех убит мобов-то до конца. Ха-ха, конечно. Ну, как... Игру ла заодно. В качестве компенсации. Если что, типа мискликнули просто. И что это такое? Они агрессивные вот эти вот стоят? Агрессивные, вижу. Все пролетайте как можете просто. Можно один лок? Локи, блядь, ваш выход. Ну надо выйти, лок боб какой-нибудь дать. Не добежал, да, Рок? Че, за локом был. Я ПВП шмот. Я ПВП шмот себе добежал. Я с ним заебашься хотел. Как Эйлер, да?
У него почти получилось, там типа 2 кхп осталось, и его потом холипал на фул поднял. Бля, ебать. Гудрик, ну ты не мог подальше поставить кого? Поставьте кто-нибудь это, почту у кого есть, пожалуйста. За петухи. Тут целый рейд стоит, они у входа в инс прямо стоят. Сколько у вас в инсе человек? Бля, нам босса надо бить. Ну хули босса, а как мы зайдем? Админы ждут, уже мобов убили. Ой, ты уже шлокушку в этом инсте. А, ну все тогда, заебись хули. Интересно, админ в инвизе? Можно, кстати, донт, я с ЛФГ сову 248 нашел. Ладно, я напишу. О, отлично, давай, бери. Спроси у него, что там по тактикам, но если нет, то, как бы, в принципе, там тактика-то нет. Тактика-то нет. Подожди, сейчас там по уже заходит, нет? Стой, бей. Да нет, мы про Кару. Я в инс не могу зайти. Ник какой? Анаид, да? Эти козлы меня, блин, убивают, я не успеваю забежать. Ник Анаид? Я ему ссылку на дискорд на вот этот наш скину или как? Сейчас мы о нем выяснишься, принимай. Да, скидывай на десяточку. Чего они могут дискорд? Смон пришел, Анаид. Да, она забагается сейчас, она же в духе. Она в духе еще. Да, я только ресурс, эти козлы меня ебошат. Они там просто стоят, блин, чилят. Подойди к своему телу, нажми. Там их не рейд, там человек, не знаю. Ты понимаешь, я ресурс, я не успеваю, чтобы зайти. Так я же тебе говорю, ты не ресурсил. Нажми, типа, подойди к своему телу, нажми помощь, автовых ты застревание. Дождись, когда будет активен рес, нажми кнопку реснуть, и тебя кинет к ангелу без маски, и все. А, так еще раз. Чем? А, ну, хотя ладно. Это ПВП-шная тема. ПВП-шная тема. Просто... ПВП-шники в основном. Ну, мне в угро это подсказал. Так, что еще раз сделать? Тело подбегаешь, нажимаешь escape, помощь, автовых ты застревание. Дон, ну вон там Хукас Фламель зашел уже в канал. Так, все, сейчас я вот проходку звания дам ему. Какой ник у него? Хукас Фламель? Нет, Николас Фламель. Это чел Гарри Поттер, посмотри. Ты шаришь без Гарри Поттера? А, все, может, через... Конечно, шар, это че, бля? Этот, суманит. Я сам Гарри Поттер. Ты Добби, блядь. Ты Рон Уизли, да? Не, Добби это Гудлик. Ой, призыв начин. Тебе надо релок делать. Да. Сделай релок. Теперь еще и релок, хорошо. Так, все, кто может, возле инста, давайте тут ближе к боссам стягиваемся. Тут еще один шкаф есть. Пока давайте рыбку, бафы и прочее. Сумма не интересна, не сложно еще. Ну сейчас она релокнется. Оптикс АФК. Не, я ходишь, говорю, сумма не интересна. А, я тыкну. Я верс залагал. В общем, ничего нового, блядь. Ну, вообще ничего нового. Я да, да. На компы все играть, наверное. Слышь, Невер? Компы, блядь. Бля, по-любому компы у них есть горы. Может, в этом живет. Куда там, блядь? В Саратове взял. В Ростове. Сейчас. В Ростове одно и то же. Угу, Сызрани родился. Вот тут вот Сызрани Шоу живет. Сейчас, сейчас пробую. Давай, Нейр, тебя одного теперь ждем. А, ну и стоматолог еще где-то ходит. Паркуется. Я перезайду. А чё ты бегаешь на одном месте? Спортсмен, что ли? Он сказал, тактики знает. Может кто поставить почту? Да, да, вообще. Алло, меня слышно, нет? Да, слышно. Алло. Поставьте какую-нибудь почту. Давай, пожалуйста. Сбоку стоит. А, спасибо. Рядом с Дживсом. Так, теперь эклер не нужен. О, стоматолог.
А мы можем Грула пытаться убивать, как нам вот сказали, что типа беты могут урон перед лицом разделять? Ну нет, мы это не будем. Ну проверим. У нас и так поурид, у нас зачем? У нас поурида просто стоит, дамажит. Он одной точке. Зачем что усложнять? То есть, если бы мы бегали бы, там страдали бы. Да, вот как фишка. Милики тогда больше дамажить будет. В лицо же там парирование, всякие уклонения. Ну, уклонение не должно быть, парирование может быть. Ну, я не думаю, что удары на стороне проходят. Так, спину буду дамажить. Давайте на другой день как-нибудь время сделаем, когда мы о нас помним. Рейд расходится по горожанам после этого всего. Кстати, Викинг, ответь, да, что у вас там с корой? Ну, ждут меня ребята. А, тебя ребята ждут, ну все, да. Так, Невер, значит, ребята ждут. Невер ждут, ребят. Невер на компы поехал. Да, я уже захожу, меня уже загрузишь игра. Ты на компы должен был ехать. Так я так на компах. Чё? А. Я так на компах. Ты, сука, даже на компах лагает. Да. Так, подожди, получается, королей бить не будем? Нет. Мы сейчас начнем, они их убьют. Всё! Арче, гол. Мне кажется, они их не убьют, они нас просто наебали. Так что, убили нам? Сейчас будем бить их полчаса, а потом, когда останется 5-5 лямов, они его убьют. Ну да, надо снова довести до 28. Да. Давайте то же самое, Себас, ты берешь печеньку с крестиком, Оптикс, ты берешь ромбик. Кто там? А, стоматолог, квадратик. Верн, ты меня флаской не угостишь, пожалуйста? А можно меня вместо писикошки или вместо... Рыба есть, рыба есть. Кто так? Я не знаю, зачем Саша перекинул два шипа по разным пати. Рыба. Все, давайте. ДБМ. Да руб, какая рыба, ладно, давай что. 5, 4, 3. 3 секунды. 2 секунды. 1. Олм. Олм сразу открылся. Очень поставил. О, спасибо. Кто косты не сбивает, ребят? Вы что делаете вообще? Дрейнер. Мобов сыграли? Точно. РДД точно босса не прохиливайте. Нужно еще одного моба убить. Добивайте хотя бы. Все хорошо, стоматолог ШВ. Дал. А что, убивать будет? Ок, какой там баф еще? Опять Олм. Себастьян, сестрей поварочку. Черепочек поставил, давайте в череп играем. Север, раскол дай. Сейчас будет массейв от паладинов. От еды плюс оптикса. Еда можешь с бабом тоже отдаться. Блять, оптикс отдавал. Давайте нового черепочек нужно убить. Еще одного моба. Да хватит, блядь, хилить. Мог в плюс идет. Посмотрим. Сейвы отдали. Ёбаный пиздец. Нахуй, блядь, накливали маги, я хуя там моб стоял просто. Не вообще, только декурсил. Ты посмотри, сколько я нанес, нахуй. Да, блядь, при чем здесь ты? Успокойся. Это он был, блядь. Ну, я видел на мобе дебаф от шедеблта. Не знаю, кто 500 это. 500 тысяч просто. Молодец. КП. Конечно, ГП, но, блядь, а хули что делать? Чё за пиздец-то? Хуел-то, блядь.
Что-то я думал, ломать его. 4000 просто урона. А чем это он бил? Да какая разница, чем он бил, он вообще не должен был этого делать. А у Ешки? А магии не бьют их гудлик, только физическая атака. А нет, магии... Бафа еще та же самая, 180. А урок там какой-нибудь, яд не может быть? Ну, хантов вроде. Ну, яд столько не хилит. Да столько не хилит яд. Слушай, а что, нам ГМ не будет убивать? Издевайтесь. Половину если хотя бы. Знает, может, просто хотят посмотреть. На наши страдания? Только видео было же. Там страдания. Блять, Войд, я ебу, что ли? Ну, серьезно. Давайте это, ну, и так ведь все к черту несется. Сели, просто убили, да и все. Сразу все фласки пропейте. Да, чипа ассистов и пусть метки ставят. Зачем тебе? Давай, давай, да я черепочек ставлю, на чипа. Невер опять вылетит. Починитесь пока все. Да, кстати, вайпрей, да это не мало, это 50, это не 50 кп. Опа. Печеньку получил. Ну там не один он бил. Он север и все. Псикошка вообще почему-то 35 тысяч нанес. Ты меня с кем-то путаешь, Дон? Я не могу никак. Из маков бил бафующий, гудлик и все. Дикий охотник, 400 тысяч у псикошки. Ну, я бил таргетно еще этим, блядь, физическими атаками по охотнику, да, говорили свечиться с них. Я в таргет бил, блядь, не ловушка. Ну, у меня ловушка нанесена, но я ж вижу, вот, details. Саш, чекни, сколько братрики, типа, отхиливают. Мне интересно, у них же смешанный дамаг, типа, от магии больше даже. По коральникам. Понял. Печать это физ, буря это физ. У флэша вообще нету магии. Сожжение там, типа, 78 тысяч тринка нанесло. А с каких пор печать это физ? Да, вот именно, типа. Печать это магия. Печать это магия. А, типа, это по-любому. Печать это свет? Да, конечно. Это по-любому, типа. А, ну тогда флэш лайт нанес. Ладно, я гудлику снимаю. Это будет нечестно просто. КП. Мне просто интересно, как каждый скилл сколько отхиливает. Типа, это по-любому, ну, у всех ретриков смешанные, но там от физики очень мало, на самом деле. Правосудие... 100 тысяч. Правосудие, кстати, физическое на этом сервере. Давайте почему-то. Бить уже. Давайте мы бить, что ты смотришь? Мы же, блядь, миллиард раз знаем, кому не бить, кому бить, и все. Если маги не будут клинить, то спокойно собак всех заливаем. Рипов. Навер 5 отлично. Вроде бы все есть. Фласки масла пропейте сразу. Если, блядь, не да, будем. Фласки масла. Чтобы мы сами могли убить. Невера нет. Невера нет. 4, 3, 2, 1. Пиздась. Сейчас, блядь, на. Ну это классика. Да, это я понял. Я робот не сидел. Я после попаду в другое место. Давай. В другой клуб компьютеров. 25-ка, а нам еще это в Каражан идти. Да-да. Прокси просто, я только из-за этого собрал новый стати. Ну, дреймер пас. Вы не пойдете. Все, гол. Что-то мне кажется, что вот кому-то выборочно из рейда этих Каражан, остальные рейд вообще не мотивируют. Оптикс, еда, стоматолог, фласки, масло, помажьте. А, тут 20 человек идет в Каражан. Донт, стрими масло, пожалуйста. Нет, тут даже 3 статика, которые расходятся. Так, ЧП, ты тут готов? У тебя ассист есть, у тебя будет меточки. Какую-нибудь звездочку ставь.
Что, все есть? Да. Танки, можете у кого-то угостить флаской на хп? 200... Ой, одна секунда уже. Давайте. Олм сразу, походу, нет? Ну, сейчас посмотрим. Да, но... Олм сразу. Я ж... Так, Оптик, сейчас не нажимай сейф, это сам по себе. Как прекрасно заливается без магов. Флэш тоже понял, что нахуй надо бить. Хуя себе, и три моба упали до каста. Серьезно? Магия, пиздец. Можно, если сейчас будет еще один ом, то... Так, сейчас. Мне кажется, ну по КД будет. Это же админ. Да, мне тоже кажется, что по КД просто они его включают и все. Ханты могут Mortal накинуть хотя бы один просто. Я думаю, это тоже что-то сделает. Нет, слепоглаз. Сейчас слепоглаз. Все, стопите. Су, заскинь как-нибудь одну программу. Дали боб чат. Баста стопить. Олм. Есть. Черепочек слили. И еще одного добили. Дальше босса просто играйте. Как они отлетают быстро. Да, если 50% можете уже кидать, то когда. Олм. Сири. Ну, ханты, дайте Mortal на собаку посмотреть просто. Чисто Mortal киньте, да и бейте дальше. Я должен кидать. Мне интересно, отхил будет какой-то типа резать. По-любому должен. Спасибо. Да, конечно, должен. Бля, ну так кидайте, я вижу, вообще тут не тикает почти. Просто чисто Mortal кинули, да и бейте сейчас. Помните, откуда у нас по рейду идет урон? Дотки. Дотки, да. Дотки, да. Хорошо. Бля, ну с Mortal вообще даже не чувствуется хила. Раз 7, за 8 секунд отлетает, ну, быстрее. Просто дамажим. И да. Отлично, и у нас и весь рейтность может свечиться волна спокойнее. Угу. Еще больше вопросов. Стопайте. Слушай, я не знаю, что у тебя сыграло вообще? У тебя есть глыба? Да. Слепоглазую когда-то играть. Можешь нажать? Вообще да. Три раза... Походу три... вниз, нажми просто сюда. Я сделал, потом... все, бля. По сути, интер дам. Тут беги, кромби, куда мы... Все, я скинул. Отлично.
Гимн на что, ману. Типа было 8000 агро, под конец, типа, когда ман был уже умер, хотя бы было 12. Вообще, один из крестов гимн на ману. Ну я Пашка, сдай, пожалуйста. Критую им. Не надо там, пока мой интер охрана, скажите, а то я тут стою, ничем не занимаюсь вообще. А ТТМы есть? Эйлер? Смотрите, там у еды не так много маны. У меня через минуту откатится. Кто там ЧП заход? Туда накрыто. Крош. Бомба, не забудьте. Там бы этого убить-то и все. Пускай смотрите. Каст приебали или что? Ну, какую-то хилку не сбили. Войт инер. Гимн на ману дайте, до темп поставлю. Да, давай. Мариджейн, дай гимн. Мастера на огонь. Да, смотрите, смотрите с дебафом, блядь. Ну чё за хуйня, миленький. Стоматолога поднимите. Тигрер. Флеша поднял, забафаю. Он прошел рейд. Пошел. Как так? От кроша отодвиньтесь. От кроша отодвиньтесь. Меня хилит кто-нибудь будет? Спасибо. Я Т4 отдал. Касты кикером. Глазово опять был. Полм. Шли череп, череп играем. Мотолога поднимите. Новую метку. Серьёзно. Заход и дай иннер по еде тоже. Так, свечи не сломал. Долго сейчас били. Стопайте, стопайте. Пал. Еще раз ум открылся. А, то забери меня, нету скинуть. Моб. А, да, мне там. Давайте убили. Геру просто олбу убью. А, две минуты когда? Не надо, не надо. А, ну, так и так убьете сейчас. Дайте тотем на ману. Да, да, кстати, играйте в ума. 3 миллиона. Там и так хватает ДПС. Убить. Хотя нет, игры, все волны забейте на него, тут лям вообще. За 20 секунд. Да, лям и 20 секунд на него. Отлично. Так, Рош, если откроется, он в мире всю РДД зону убьет его яшным кастом. Так можно как-то забрать?
чтобы ДКшник подошел к Крошу, типа, и... Сейчас я попробую его, вместо ума РДД сдвиньтесь пока. Пробнет он, подойди. Да-да-да, в черепочек РДД ушли. Давайте так. А, блин, хилом-то как? Слепоглаз. Он веселит будет, там может кастом. Текс выживет, пока его передвинут. А до остальных мы дотягиваемся. Ты его можешь увести, нет, только ближе к фиолетовой метке. Кого? Кроша. Кроша я не могу увести. Ну, то есть нужно отойти больше, чем на 30 метров, и в него пешка маги закинуть. Давай, давай попробуем. Только тогда он начнет двигаться. Я стаунтил, сейчас залосу его. Как-нибудь. Блядь, не хочет лос от меня. Нифига себе, нафига. А если в эту сторону, то где полом стоял? Гимн и тотемы и откатились, и соскатились, ставьте. Два хила сухих. Давайте Геру тоже там. Так еще раз. Да-да-да-да. Типа... Не, сейчас давайте смена на новую отдадим сейчас. Да, секунды. Стопайте, стопайте. Смотрим. Прошу, прошу. Давайте Геру. Вот, все, отлично, я его отвожу. Геру, давайте. Ветрики, если крыло откатилось, можете сходить бокстануть в Киглера под крылом. Косты, ребят, два коста пропустили, подавай, так что. Гимноману дайте, это там ставлю. И с ним гимноману. Бомбу выносите, пожалуйста. Я сразу у стенки стою. Там нам не будут убивать, нас наебали. Мы долго, наверное, написали, собирались, что помогут. Ждал, съебался. Надо было, видимо, повторно в теме написать. Типа собрались, ждем. 4, да. Может, масса продать? Нет, все в порядке. Все равно не жму ее вообще. Не, начни быстрее, чем вчера. Ну да. Люди, что они его подбивают, потому что это, ну, очень быстро этот ум упал за три этих, за три фазы. Подбивает? За четыре. Так у нас оставалось каждый раз минимум 10 секунд, чтобы еще миленькие прохуячили. Да. Может быть, мы правильнее свечились мобов. Да. Гудлик хилить перестал, и все. Гудлика заставили это 4 не активировать. Вот что ГП это животворящее делает. Да. Инеров еду. Че, на ком? У Войда. НФКД. Себастов больно подбивает. Залавнивает. Это слепоглаз так бьет, что ли? Стопайте. Крош. Ну и противных босса сделали на час просто. Невера Бернт у нас. До него Бернт завтра дойдет. А, это то, что он без мастерства и пари хас ловит. Окей. О, дайте маны. Бог подаст. Бля, где ваш ДПС? Где курсил стоит? Олма, уже, блядь, не знаю вас. Где за это ПС? А, уже, блядь, поздно. Ну, ману нету под ПС, блядь. Слепоглазый. Ну, чё жалуется? Любит пожаловаться, что ты хочешь? Приятный милик вам играть, а? Бля, мне тоже не нравится. Пойдем, может, до этого Киглика, Киглера подъедем. Чей это Рокси на ДК еще веселее? Ты, блядь, вообще половину кнопок жать нельзя, а то...
Ривера можно. Да, Инер просит. Заход и скинь бэх по Ниверу. Нивер-то здесь, плюс Инесси-то здесь. Да, тут. Ты что там прыгаешь, типа? Прыгать люблю. Нивер забафали. Вас открывайте. Это, скорее всего, они помогают. Чик по стволу видел? Че? Ствол видел? Нет, спасибо. Мы бьем столько же по времени. По-моему, у вас эффект плацебо работает. Это зря. Возможно. Ну почему у нас, типа, у нас в прошлый раз не было такого, что мобы открываются один за одним. Ну, типа, один и тот же моб кучу раз открывается. Ну, рандом. Я не знаю, могут они вообще на это влиять или нет. Void BR скиллы. Ой, не BR, Inner скиллы. Да, да, это тоже, ну, и рандом хороший, короче, в любом случае. А шаманы милики ж могут бить, да? Киглера. Он чисто откидывает? Yeah. Шаман, да? Я не знаю, наверное. Кроши нельзя бить, потому что это... Ну, кроши я помню, да. Он тотем отметился шаманы. 5 секунд. Так, просты гимн и сразу за ним тотем. Тотем ставлю, гимн на ману. Сначала гимн, потом тотем. Его повернуть как-нибудь так, чтобы вас не откидывало. Он активно не откидывает. Он сам отворачивается. А, да, да, отлично. Бафы еще прохил рейд. Вот гад. Наказ дам массакр. Вы умрете. Наверное, милики отбегайте от него. Может, подкаст, да, подкаст отбегайте. Либо прожимайте. Отбегите уже, можете, милики. Че дальше вы? Отбегите. Сейчас ЧП бэрнет. Сука, не бэрнет. А кто-то там? Да повесилось. Не-не, сейчас я, короче, с КПшек дам нормально все будет. Да не, Вербл, как ты сдохнешь? Магия! Короче, жертва. Бля, Невер, ты чё, сука, трапдансишь, что ли, под этот, под активного кроша? Сука. Да. Хуя себе между кастами, блядь. Второй лёс вылез. Походу, сегодня у него просто лагает, и немножко не получается. Да, его между кастами не есть, наши между кастами.
Под пивом он лагает, и под крылышками острыми киосишны. Это все. Да, кстати, вот именно, наверное, хотел сходить крылышки скинуть. Крылышки не трогайте. Все по кружеству. Чумелики, подходите к Игорю. Ага, Киллер? Да, да. Ну, он еще закрыт. Ну я в кашный босс, пиздец. Если я поображался, бля, и ладно, блядь. Рыбак нет я там или чё? 15. 11. Олег, кто-то прожался? Пускай нам грула убьют хотя бы тогда, блядь. Так, ПС-ка есть? Или чё сразу? Будет. Давай. Ну еще одна гера, блин. Великий подкаст, либо отбегаете, либо прожимаете. Наверное, раньше надо набирать просто. Сейчас можно стоять. У 24. Наберите раньше друг друга. Попробуйте. Что-то как-то больно, когда в куче. Пизда сейчас будет. Нормально. Мелизону. Мелизону. Да я типа ушел. Еще не понял, что за меня сыграл опять. Я снял. 8 БР вагона на Невере. Блять, может не надо? Давай, давай. Он же лагает. Тиклера пошли бить. Ну, кстати, да. Верните Невера, уже не умрет прибор. Где рад катилась, кстати? На короля может ставим? На этого. Давайте на короля оставим. Следующий каст 4. 8 БР не Невера. А чё если танки упадут? БР не Невер, у нас 4 танка. Ну если упадут, да. Донт БРить его? Ну, конечно БР. Блять, Войт, хули ты долго соображаешь, ёбаный рот. Сдайте гимноману до тем поставь. Не он, а персонаж. Не базарьте, ебать. Войт, тебя кастует. Да что там? А нет, Мелизона. Чё кастует? А ничего не кастует. Все пошли. Свичнулись, давайте Геру. Рибахните там. По Неверу я сейчас колор дам. Пидор. Согласен. Бог помог. Ну сейчас на 5 миллионах добьют, да, и все, блядь. Ну я же, как я и говорил. Нет, ну вчера да, вчера там 28% было. И сервер, все. Не, у меня есть скрин этот 13%. На видосе видно, что 11%, когда уже сервер упал. Ну заебись, они помогли, конечно. Согласен. Да хоть не мешало. Ты пока не зарекайся. Сейчас приходит и вайп, и дрейн такой. Да. Может сервер вернут, пока мы убиваем королей. Может они на эту помощь имели в виду? Чтоб сер опять не увалился. Он до какой стерю. Атланты. Что вы сглазили? Thank you.
все, мирики. Пэтов убрали, танки. Мирики отошли, да, да, все кроме танка. Питомцев уберите оттуда. ЧП, ты тоже уйди. Я или сбросил. Я больше, чем 3К дамажу. Перец это 6К. Ты точно уверен, что ты больше 6К дамажишь? Конечно. Что мы долго там наверху? Ой. Действительно, ой. Священный огонь, 23. ЧП, ты как там, нормально? Больше 6 получается. Больше 6 получается. 6К, а не 3К. Вот так вот. Есть тотем, гимн, что-нибудь? Так ты шотнула, да? 48 тысяч. Зачем ты на ХП не был? Ну, у меня 55К под бафом было. Я дал крик. Ну, 6 стаков еще. 6 стаков сейчас. А, тогда 7 еще. Сейчас как я на кого. Сколько чё, за 20 минут почти добили? Ну да. Эх, мы за какой? Ну, каска... Да больше, чем 20. Каска висит ещё 10 минут. Не, не, кстати, это полчаса на фигарде. Напиши, Дант, им спасибо за помощь. Сейчас посмотрим. У меня МП5 спало со всего рейда, так что полчаса по-любому. От всего рейда выражаем благодарность, я помню, что листы босса. Сами убили, короче. Ух ты, а чё за первая ачивка у меня? Сорванный ритуал. Третья пушка, блядь, за третий поход третья пушка. Да. Нормально вообще? Всех собак убили. Тут типа этот, пересмоток падает, по-моему, с босса всего. Дон, прочитай ПМ, пожалуйста. Да. Слушай, давай, иди в Карагер. Спасибо. То меня там парни ждут. 20-21 писикошка. Просто там чуть-чуть я вкашлял. Я помогу. Тут 6 шмоток падает, из них типа 3 каждый рейд. Ну да. Вообще минимум шмота с босса прям. Что, лутанулся быстрее, да и все. Дон, ты за короля ЕП можешь накинуть? Вчера же давали. А, да? Ладно. Нет, я не давал вчера за королей. Давал. Я тебе потом накину. Хорошо, я за магика давал. Да, кстати, за магика. Косарь, и все. Спасибо, это удачи. Ледбич, ты не берешь эту куху? Да, такой себе. Мой шлем красивый. Блин, я был на ханта бы забрал. На ПВП. Ну, трансмог классный. Еще и трансмог классный. Ну да. Да нет, реально. Это Т9. Ага. На первую пачку сдает трэш Донт, на вторую Онда, на третью Себаст. Пробегаем. Ой, сролите, давайте все погнали. Заход я там чуть-чуть. Давайте я вам затаунчу и пробежите просто. Готовы? Стой. Рч сделай. Эхче и Локи повесили яйца. Сделай. Зурки, слышишь? Да, ты у пояса, бля, валит. Не забирай пояс, бля, сука. Да если кружку купить, я на кружку заберу. Я ворвусь просто, дай. Давай, идем.
Ты меня в кару взял? Нет, все, блядь. Ты не просился, блядь. Просился, умолял, на колени стоял, блядь. Говорю, Димон, бля, возьми, брат. Ты говоришь, нахуй ты со мной шмотки одни рулишь. Мы их проходим, я что-то тупанул. Так, войско сейчас еще. Кто там? Себаст рядом. Давай Себаст войско. Ты это все из-за зорки. Ты не нервничай, Рексрай. Крит, РПБ, хороший плюс. Дайте его. А то у меня 226. Я тоже не хочу умирать. Мне тоже. Какой-нибудь хотя бы один лог здесь, чтобы было. Есть, есть. Два лога. Крит. 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 По-любому. Он еще просто. Все хорошие. Зорки так не дамажь. Еще и босс. А с поясом сильнее будут дамажить. Я тоже. Ну так, ДПС, зачем тебе шмот? Резайте, да. Золотые потом купишь 264. Да не, он говно. Что, вас админ убил? За то, что написали, что он говно? Все, можете снимать диван. Ну, Бьерна берите или кого-то. Кстати, да, не помешал. У него же там вроде проходки не было. Что там с Узой, непонятно. Да вроде спала с него агру. Нет, не спала с меня. Сейчас в инвиз войну. Все, спал. ХЗ рез нельзя. Бой висит. Спала? Выйди с инста тогда. И где ты находишься? Вон, все, ну, хант может скинуть бой, как бы, да. Но сейчас кто-нибудь что-нибудь бафнет, и все будут в бою. Ну не бафайте, пока давайте рыбу пожрем. Потом забафаемся. Жрец огрелся. Ну, говорят, не бафнуть. Опа. Хуёпа. Блин, диспаник нет меня. Было близко бы. Как диспельте надо? Оптикс, ты в ретрика? Баст, я по танчам. Ты тоже сверху. Типа 24. Ой, я говорю, сверки. Лужать. Да, да. Водушки. Фир, маст здесь был. Главное, с бафа еще. Давай засмоним и убьем, сколько там, два моба сзади. Да, тех моба все равно убивать надо. Спал бы или нет? У меня нету. У кого там бой, идите, просто умрите от мобов, да и все. Ты спал совсем. Мобов же надо убить. Зачем? Зачем? Сейчас мобов надо убивать будет. А, он с... а блядь. Не добежал. Я в инвизе бежал. Куда ты бежал? Зачем ты бежал? Тебя сумонили. Бляк, сапоги когда я был. Я думал, он решил пойти мобов отпиздеть и не вышло. Бурсы надо было жаль, бля, сюда ты чё, бля. Эй, бля, были б сапоги, добежал бы, бля. Зорки, а ты будешь запу забирать? Снова? Да нахуй не надо. Блин, жаль. Мне надо пояс. На перчатки, может, в коржане убью? Кружку хочу. О, видели? Перед что с жрецом? Админы пролетели, убивают! Я думал, это я так кританул, Это, блин,
Спульте босса, чтобы по таргету убили тоже. Походу сейчас грула убьют нахуй. А ну давайте, пусть убьют. Может админ подумал, что ему груля не добили, я сейчас груля или... Да, это будет круто нахуй, пусть ёбнет его. Они сказали, что это... А мы, короче, долго собирались, поэтому они, типа, отвлеклись на другие вопросы. Вот можем вам грува на 15-20% убить. О, давай, давай, давай. Ебать. Стоп, мы его доведем до 15, и они его добьют? Я не знаю, я думаю, что они просто 20% босса снимут, и все. Да это в любом случае хорошо. Ну да. Ебать. Давай. До экзекутки пусть доведут кому. Да, снизим здоровье босса на 15-20% в процессе боя. На первом трое. Так, хорошо. Себаст, ты, твоя задача... А, ну, кстати, сейчас это... По печеньку... Ой, этим... Как там их там? Что закрывать? Ладошки. Ладошки эти, да, да. Ладошки, вы сами разберитесь как-нибудь. Блин, вы у меня звездочку забрали, ладно, хорошо. Да. Короче, крест, череп смотрят 2 ШП, 2 лока и маг. Так, блядь. Месяц закрывает милики, выбегает, смотрит до того, как лужа не разольется справа. Треугольник тоже милики закрывает, смотрит, кто спину будет бить. Ну, то есть сферал, скорее всего. Спина закрывается, то есть кто оставшийся, кто в центре стоит, танки. И давай, давай, справа. Я на этой, как и стояли. Я сзади, стоматолог. А это милики, которые стоят под рылом, вообще весь бой не двигаются? Да. Да, да, в звезд... Нет, в звездочке у нас Эйлер, еда, Дрейнер. Он, да, ну, все вары, это 3, все ДКшки. Вара 2, я же танки стою, ловлю, да? Руки закрываю. А, блять, ладно. Войд я туда что? Же отправляю. Сова толстая, типа? Ну да. Ладно, давай, сова, тренер, эйлер, еда 4, донт, себаст 6, дедбич, рокси, стоматолог. Стоп, а Себаст же бегает, ручки кроет, не? 9, но... Скажи, кто руки закрывает, ну, здесь а нужно 10 стоп, человек, мне нужен еще один человек просто. Забирай просто. И какой-нибудь флеш. Ну, забирай флеш, да и все. Значит, стоматолог и Себаст. Себаст руки, ЧП нюхает этот. Ну смотрите, у нас руки в тот раз 3 человека закрывали. Ребят, так, мне нужно просто 10 человек за везде. Вот, и я их называю Эйлер, Хида, Войд, Дрейнер, Донт, Себаст, Флэш, Стоматолог, Дедбич, Рокси. Все, погнали туда. Так, подожди, 2 из них это всех? Танки, которые закрывают руки сзади. Нет, руки нет сзади. Они не закрывают руки, они стоят в звездочке. Найдите а руки кто закрывает? Просто. Ну, РДД, нет. Видимо. Львов, хватит? Назови. Что, я 2 раза закрываю? Назови, пожалуйста, другие 10 человек, ну, другие люди, которые закрывают без этих, без варов. Между черепом и крестом стоят 2 ШП, 2 лока и маг. Нет, да, да. 2 ШП, 2 лока и маг. Не закрывает, короче, руки на кресте и на черепе. Оптикс, ты начнешь на этом, на кружочке, короче, как лужа разольется, съебешься куанти или на квадрат, или в центр. Там бабл нажмешь, если не будешь успевать там под замедлением. Давай, что там, их че, пул лайк. А квадратики кто будет до этого закрывать? Ну так смотрите, там в центре же народ будет стоять. Там, скорее всего, не так много будет. Печенька, луна. Луна милики закрывает. Треугольник тоже. А, окей, хорошо. Треугольник под жопой. Печенька? Печенька, там оптик закрывает, лыжа разливается, он оттуда уходит, все. Там больше не будет руки. Хорошо, окей, давайте туда ДПМ. Еще время серьезных нет. Вопросов. Бопом все умеют скидывать эту херню? Себа спрашиваю, что мне танки делать. А, ты стоишь и бьешь босса, с меня огонь не срываешь. Моя задача, посмотришь, что я делаю, если я умру, но я не должен, то ты будешь делать то же самое. Сейчас я что-нибудь одену, наверное, тримку на сейф еще там все. Фулл Дон, ты с пэтом там? Все, я сейчас фулл танка, да. Все, давайте тогда. Ты в смысле через анхолика танк? Угу. С пэтом можно, наверное, оттуда одного вывести, если ты с пэтом будешь. Ну ладно, давай посмотрим по ситуации. Не-не-не, давай лучше так, да.
Если стакаться ботом. Все, все. Все готовы, ДБМ ставлю. ПС-ку спуга дашь. 4, 3, 2, 1. На квадратике кто будет закрывать? Сразу-сразу короля обожгите. Этот каст нам нужно ловить 10 человек. У нас тут 13 аж. А, это Каркулья. Вон, да. Руки возле печеньки вторые. Вы против? Печенька? Печеньки возле этого. Блядь, смотрите, кто в центре стоят. Кто там, блядь? От ребят, ребят, сейчас больно ударю. Ты крик на ХП, вот. Я не вижу на себе его. Падаем, диван, да, дайте, конечно. Сразу все к выходу. Это, ну, бред просто. Чё с прохилом? Чё с печкой? 50 стаков. Нормально вам? 50. На 50, ну, стаков. 50 стаков, да. Печка уже активна была как 3 секунды, ты его даже не подергал. Значит, мой косяк. Но мы, блин, проживали-то и больше. Мы на 30 их сбрасывали. Ну, на 40 уже убивает людей. На 30 еще не убивает, на 40 может быть. Дело не, потому что эти 50 стаков то же самое, что типа 3 стака несбиваемых, не сбрасываемых, и там 50 и каких-нибудь там 20 обычных. Ну, админы подамажили босса уже, скорее всего. Кстати, там... Да, да, они подамажили, сейчас написали, что пишите ему перед пувом, и это давайте еще раз. Блин, а мобы эти-то. Ой, сейчас опять и выйдеть надо. Пизду, давайте их убьем, нахуй. Не-не-не, долго будем пить. А сколько мы еще вайпаться будем? Ни разу. Что я нажал в ДКшников? Нахуя? Ни разу. А ну все, мы уже не добежим даже. Диван есть? А, есть. Сейчас точечно придется резать. Теперь нахуя? Масрез-то есть? Мы диван скинем комбат. Я с масрезом этим. С КД. Точечно. Все, резать. У нас... Нахуй такой хуйней, он да ты занимаешься. Смотри, а что в этом сделали? Ну, блядь, по этом севера резнул этим, блядь, вурдалаком. У меня... Тебе скриншот навестишь, у меня эта штука не в КД. Ну, вурдалак твой выскурил. Он в бой полетел, когда кто-то его сагрил. Точно? Точно. Моб. Похоже на регресс вайпуса. Ну шо, пьем зелье невидимости. Ну, ты тоже видел, у меня тоже, типа, от одного человека пройди урон, и это не он, да. Себаст его ударил, когда уже спросил. Да. Вы там разрезываетесь, да? Ну, короче, у нас присумывают. Тренер, пейлер. Ставь шкаф. Этот, серый. Или кто тут? Люблю или кест. Ставьте шкаф. Thank you.